Так, тест, как я выгляжу. Ну что же, всем привет, это Аминькетус. Вы никогда не задумывались или задумывались, как бы вы выглядели в идеальной версии себя? Сегодня мы ответим на этот вопрос. По крайней мере, я отвечу на этот вопрос, и мы будем фотошопить идеальную версию себя. Я голоден, я каменщик, работаю 3 дня. Ставь лайк, если тоже хочешь такой себе рингтон на телефон. Значит, ребята, приложение, над которым мы будем над собой издеваться, называется PixArt. Это не реклама, между прочим. Ссылка в описании. В этом приложении вы можете просто изменить себя до неузнаваемости. Сделать из себя просто, ну я не знаю, просто... Брависсимо! Просто пипец, пипец. Вы где-то тут видите мой экран, если я владею мастерским фотошопом. Вот это приложение, давайте его запустим. Вот так выглядит... вы же видите, блин. Вот так выглядит фотка, над которой мы сейчас будем издеваться. Значит, вы видите небольшие дефекты, но это исправимо. Итак, первым делом я хочу начать с того, то, что мы сейчас зайдем в инструменты, и тут есть такая вкладочка, называется «Улучшить». Давайте его немного себя, точнее, улучшим. Вот, в принципе, дефекты все убрались, идеально. Вы, в принципе, сейчас видите все улучшения, это просто офигенно, но давайте сделаем, ну, где-то вот так вот, нормально. И немного цвета добавим, вот, отлично, немного такого... Теплого оттенка. Чуть-чуть, чтобы прям... Ну, нормально так было. Ладно, давайте это улучшение на следующую часть составим. Я надеюсь, ее не будет. Как сочно. Вы помните, как было? Было вот так вот. Понимаете, насколько разница? Офигеть. Тут, кстати, можно посмотреть, как... Ну, сейчас я вам покажу. Это как сейчас и как было. Типа... Но, ребята, мы только начали, понимаете, только начали. А, и да, я вам не рассказал то, что в конце я пришлю 2 фотки, оригинал и фотошоп, своей сестре, и она скажет, типа, где фотошоп, а где не фотошоп. Я думаю, она не узнает, где фотошоп, потому что, ну, это просто, это офигенно. Ну, мало ли, в той фотке, которую мы только оригинальные, мало ли там, ну, не знаю, свет так падал, ну, мало ли. Поэтому, я думаю, тут все ясно. Так, ретушь. Ретушь — это такая штука, которая может убрать всякие, ну, маленькие дефекты. Допустим, лицо. Давайте начнем с лица. То есть, допустим, можно его расширить, сделать его квадратным, но это будет плагиат, потому что, вы знаете, есть в мире человек, у которого квадратная голова. И давайте сделаем приплюснутую голову, потому что приплюснутой нету ни у кого. Вот так вот. Так, дальше можно сделать нос, можно его сделать картошкой, а можно сделать морковкой. Давайте сделаем что-нибудь жареное. Вот также можно увеличить себе губы. Кстати, лайфхак покажу, как увеличить себе губы. Смотрите, берем язык, значит, делаем вот так. Готово, пользуемся. Так, губы можно увеличить тоже. Но я люблю, когда они такие, знаете, средненькие, средней прожарки. Поэтому давайте сделаем так. И самое лучшее то, что есть в этой программе, это то, что можно увеличить глаза. Я знаю то, что сейчас у меня не увеличатся глаза, потому что я не фотошопер. Так, их можно сделать узкие, а можно сделать выпуклыми. Прямо аниме... Выглядит, честно, шикарно. Просто. Вау. О-ля-ля. О-ля-ля. Но, я думаю, она догадается, то, что это фотошоп, потому что... Не, ну я могу себе выпуклые глаза сделать, но мало ли... Ну, вообще, наверное, можно накачать глаза, но лучше этого не делать. Но давайте их сделаем хотя бы типа вот так. Вот типа я растопырил их вот так. Похоже. Насколько я помню, у меня как бы взломанная версия этой программы. Походу, я пират. Карамбэйби, прости. Половина программы на самом деле у меня не работает. И если я нажму на морщины, что-то произойдет нехорошее. Поэтому я бы не хотел рисковать это делать. Поэтому давайте просто закончим с этим. Так, давайте посмотрим, что есть еще. Можно добавить какие-нибудь стикеры. Знаете, там блестки. Чё?
Вот, блестки и тому подобное. Давайте, в принципе, это сейчас сделаем. Давайте, давайте наберем блестки. Блестки. А как пишется блестки? Итак, давайте добавим блестки. Мне вот это вот нравится. Погнали. Так, куда бы добавить блестки? Я думаю, вот так. Так, хорошо, давайте сделаем обручальное, типа, ожерелье. Типа вот так вот. Мне нравится. Так, что можно добавить еще? Господи, это выглядит просто невероятно, короче, круто. Давайте сделаем еще что-нибудь. Что можно добавить еще? Можно бабочки, ребята. Бабочки. Типа, знаете, для красоты. Ну, смотрите, мало ли ко мне домой залетела бабочка. Ну, такое возможно. Вот так вот, залетели просто ко мне бабочки. Прекрасно. Чтобы для полного натурализма... Нифига себе слово какое. Надо такое записать, ребята. Вам тоже на заметку. Натурализм. Офигеть. Я не знаю, откуда у меня вот там вот это родилось слово, но оно родилось. Можно сделать тень, типа вот так вот. Ну, чтобы было более правдоподобно. Вот. Как было, как стало. Так, что можно еще добавить? На самом деле, по факту, это... я знаю, что может добавить вкусовщину. Всего можно зайти в эффекты и добавить какой-нибудь типа фильтра, знаете? Вот этот просто шикарный. Перед роликом я честно, вот от полного сердца вам говорю то, что я не ожидал, что настолько круто получится. У меня нет слов просто. Я сейчас так... Просто я готов расцеловать это. Я не знаю, у меня нет слов. Это выглядит невероятным. Просто посмотрите, какой серый кусок бетона и вот это. Офигеть. Я думаю, можно уже отправлять этот результат своей сестре. И посмотрим, скажет ли она, где фотошоп, а где нет. Я думаю, она не справится. Ребята, делаем ставки. Я думаю, у нее ничего не получится. Погнали. Ну что же, сейчас я отправлю две фотки, фотошопленную и нет фотошопленную. И посмотрим... Отличит ли она их. Еще проблема в том, что я не знаю, когда она ответит, но она была час назад в сети, но зная ее, она может не заходить в ВК и 2 месяца. Привет, Ярмо. Я тебе сейчас скину 2 фотки. Ты можешь, пожалуйста, отличить, где оригинал, а где нет? Я думаю, у тебя ничего не получится. Короче, не настолько идеальные. Там, короче. Вот. Все, пока. Давайте так напишем. Где оригинал? Оригинал. На первой фотке или на второй. Все, ребята, ждем ответа. Не знаю, через сколько это произойдет, но ждем. И вот прошло сотни лет ожидания. За это время я питался воздухом. И вдруг... Она ответила. Давайте посмотрим, что она написала. Но, как вы видите... Ей придется сложно, потому что посмотрите на эти 2 фотки. Просто посмотрите. Это очень сложно. Я бы, наверное, сам не справился с этим. Печатает. Мне страшно, мне очень страшно. Давайте ей напишем. В общем, ребята, я надеюсь, вам понравилось данное видео, и вы поставите большие пальцы вверх, и подпишитесь на этот канал. И все как обычно, с вами был Никетус, всем пакетус! Пока, ребята, увидимся в новом ролике, там просто пипец. Пока!